Доброе утро, молодежь! Студия IDK News, с вами Сергей Тимошенко и Мира Майборода. Поздравляем вас с наступающим 2016 годом! В свете Нового года давайте посмотрим на самые запоминающиеся моменты с прошедшего года. Давайте вспомним, как год назад мы провели наш новогодний вечер. За этот вечер мы успели провести одну жизневажную операцию, построить дом и очень-очень устать. А также в прошлом году у нас была возможность посетить Конгресс в Миннесоте, который проходил на тему «Вы свет мира». Обратим внимание, что в этой далекой поездке никто не умер от голоду, так как наша церковь проспонсировала нашу еду, за что мы очень благодарны. Особенно эта поездка запомнилась тем, кто имел счастье испытать все моменты длительной поездки в автобусе. Этим летом мы ездили в лагерь Вермонт. Там мы успели нарушить почти все правила лагеря, включая покидание территории, взрывая банки, петарды, рубили лес. И все это мы успели сделать за первый вечер. Еще наши ребята запечатлели память о нашем лагере для будущих поколений. А теперь из прошлого в настоящее. Сейчас мы хотим предложить вам просмотреть специальный репортаж с местной спортивной звездой. Здравствуйте, Мира, Сергей, дорогие телепузики, телезрители, я веду прямую трансляцию о спорте. И также, кому-то сегодня не повезло. Здравствуйте, я репортер, веду о спорте. Можно вам задать пару вопросов? Конечно. Мой первый вопрос. Как вас зовут? Бегать не хочу. Бегать не хочу? Интересное имя. Можно первый вопрос вам задать такой? Как вы долго занимаетесь спортом? Ну, как видишь. Всю жизнь. Всю жизнь? Да. Какого вида спорта вы занимаетесь? Лежачего. Видите, какой я сильный. У меня второй вопрос. Сколько времени нужно уделять спорту во время жизни? Сколько времени? Молодой человек, подождите. Один час в день пойдет. Один час – это 4% вашего дня. Я так думаю. Вы достаточно, что поддержка формы. Один час – это можно много чего сделать за один час? Ну, как вы знаете, в наше время за один час они только зубы чистят. Многие люди. Пока подумают, пока решат, а еще в кровати лежат. Спортсменами нам не быть. Что нужно делать в повседневной жизни? Ну, как вам сказать, молодой человек? Спортсменом, чтобы стать, это образ жизни. Думаете, за один день я стал таким спортсменом? Я уже достиг тренера. Че, не видите свисток? Сколько лет вы уже тренером? Тренером? Да как только 6 месяцев. Ух ты, да это большой срок. Но... Долго старался. За 6 месяцев? И такой спортсмен? Не, грудак такой качал я всю полжизни. Слушай, упражнения бывают разные. Сложные, легкие. В повседневной жизни какие вы посоветуете упражнения? Ну, молодой человек, попотеть надо будет. Вы не видите, как я потею? Видите, какой я потный? Без этого не обойтись, чтобы форму поддерживать на повседневной жизни. Да, но для этого же надо много усилий делать. Ну, не знаю, что сказать. Надо будет попотеть. Но я вам говорю, есть тяжелые и легкие, а для повседневной жизни какие нужно? Ну, самое главное, чтобы сердце не остановилось. Форма разная бывает. Примерно как у вас? Но со мной еще многим не сравнится. Ну ничего. Я Женя Коваляк, веду о спорте. Мира, Сережа и всех телезрителей, я поздравляю всех с Новым годом. Спасибо, Жень. Мы примем ваш совет насчет спорта. Может, организуем утренние пробежки с молодежью? А теперь к другим новостям. Мы только что получили самую шокирующую новость. We are located right on the Caribbean.
Он что, говорит по-английски? Покажите видео еще раз. Внимательно следите за губами этого человека. Неужели он сказал то, что я думаю? Рекламная пауза. Бездельничаешь вечерами? Да. Да. Играешь в игры? Да. Ну, конечно, всегда. Смотришь фильмы? Да, конечно. Да. Это все земное. Если любишь общаться, приходи на молодежное общение с понедельника по пятницу с 7 до 9 вечера. Possible side effects may include becoming popular, joining youth committee, and absence of loneliness. Severe side effects will most likely cause marriage. И снова доброе утро. После такой шокирующей новости мы перейдем к более легким новостям. Сегодня с нами эксперт в сфере моды, которая поделится с нами некоторыми секретами. Сегодня в программе мы поговорим о моде с точки зрения наших братьев. За советом мы обратились к тем, кто, по их мнению, является самым красивым. Мы хотели узнать, как Давид достиг таких прекрасных волос. В основном руками. Я пытаюсь, ну, знаете, мизинец беру и вот так просто наматываю. Как. И всю ночь это мне занимает, понимаете. Тяжело. И мы тоже хотели узнать, как он добился таких пышных бровей. Но гены наследственно. Это досталось мне, понимаете. Мы тоже интересовались, на кого он похож. На маму. А также мы спросили Давида, кого из братьев он считает самых красивых молодежи. Ну, не Филипп точно, а Ярик моя борода вряд ли. Ну, я конечно, ну что тут такие вопросы просто. Ну, ты вообще какой-то там. И напоследок мы Давида спросили, хотел бы он жениться в этом году. Мечта просто, не представляете. Так хочу. Потом мы Матвею спросили, какой он шампунь использовать. И, конечно, хотели узнать, почему. Twilight's Bath & Body. Вкусно пахнет. А также мы спросили, кого он считает самых красивых молодежи. Я долго очень думал, как вам ответить этот вопрос, но я, конечно, до этого думал. Точного теоретического ответа на сей вопрос нету. Яна Легорненко, желаю вам стильного Нового года. Спасибо эксперту за полезные советы. С вами был Сергей Тимошенко и Мира Майберда. С Новым годом! Ну, самую лучшую одежду вы одевали? Ну, Бурбери это прошлое. Наверное, Дольче & Габбана, потому что... Я ржать буду. Давид, какой ты шампунь используешь? Лошадиная сила, Лазарев посоветовал. Кроме вас, кто, вы думаете, еще хорошо одевается в нашей молодежи? Я так люблю охотиться. Доброе утро, молодежь. Студия IDK News. С вами Сергей Тимошенко. И Мира Майбородо. Поздравляем вас с наступающим 2016 годом. Сейчас мы хотим предложить вам... Окей, все, раз. А почему ты такой красивый? Я сам задаюсь этим вопросом. Тяжело, конечно, ответить вам. Ну, с детства мне, ну, просто врач увидел и сразу тот же самый вопрос мне задал. Че за ерунда?